Где-то я слышал такое выражение: великий оратор похож на заику. Мне оно было непонятно. Почему оратор, который должен говорить хорошо и понятно, похож на заику? А потом, когда я сам стал говорить, выступать, я понял, что рассказать понятно и красиво весьма-весьма трудно. Ну, допустим, вот конкретно что со мной происходит. Когда я начинаю говорить, то не успел я высказать одну мысль, как приходит вторая, третья, четвертая. И порой они бывают более интересные, чем та, которую я говорю. И поэтому приходится либо прерывать разговор и перескакивать на новую мысль. И так вот получается, что ты говоришь как заика. Вроде начал что-то одно, потом другое, потом мысль кинулась в третью сторону, ты вообще в третью сторону. И получается какой-то довольно-таки невнятный рассказ. Вот что я хочу сказать вам об этом месте. Вы в начале, когда я приближал, видели проталину возле берега. Это как раз слева течет речка Рыгинский ручей. Вот там за деревьями, которые кончаются, вот прямо если смотреть, там впадает другая речка, которая называется Глубокая. Она сейчас речушка, ничего там глубокого не осталось. Вот это место как раз за деревом, вот где ворона сидит, каркает. Ближе к тому берегу, там была огромная яма. Но она, возможно, и сейчас сохранилась. Раньше там стояла вышка. С нее прыгали, я сам помню, прыгал. Глубина была очень большая. Прыгать с вышки было страшно, но я как-то любил побороть в себе страх и сигануть. Метров, наверное, 8-10 такая вот вышка была. Так что вот здесь как раз идет слияние сразу, можно сказать, трех рек. Вот эта речка Северский Донец. Она берет начало на Украине, считается главным притоком Дона. Далее идет у нас вот здесь впадает эта глубокая, она берет где-то аж примерно, ну чуть ли не с Воронежской области свое начало, там в меловых отложениях, и идет по степям и здесь впадает. Ну и наконец-таки Рыгинский ручей, он примерно, речка небольшая, речушка, но тем не менее берет свое начало также в Донских степях со стороны Украины и течет. Раньше это, конечно, и Глубокая, и Рыгинский ручей были такими хорошими речками. В них еще в Рыгинском ручье на корыте плавал мой отец. Вода была родниковая, студеная, чистая, пили. Ныряли, купались, рыба была. Сейчас это уже трудно назвать речками. То же самое произошло и с Глубокой. Так вот здесь как раз вот место силы, слияния трех рек. Удивительное место. За моей спиной. Вообще-то мы с вами стоим, если так по-древнему взять, допустим, где-то 1600 год, 1500 год, ну даже 1600, наверное, год, этого будет достаточно. Это была сторона, вот на которой стоит кинокамера, и я сейчас стою, я с вами разговариваю, была турецкая сторона. А вот тот берег, это уже была
русская сторона. И вот для того, чтобы бежать из полона, надо было с этого берега переплыть на тот. И ты уже все, так сказать, дома. Ну, как вы видите, кое-где есть сброды, но в основном это речка, где надо плыть. Глубина тут где-то 2-3-4 метра, примерно так. Где больше, где меньше. И надо было переплыть, и чтобы освободиться. Вот за моей спиной как раз такое есть возвышение. На этом возвышении, и видите, как раз у слияния трех рек стояла турецкая крепость. Здесь были пушки турецкие, и они все это дело контролировали, кто откуда плыл. Отсюда как раз, смотрите, можно было, так как Северский Донец течет с Украины, то вот различные кораблики, струги, они направлялись в Дон, а из Дона плыли в Азовское море и дальше в Черное море. То есть это был довольно-таки солидный торговый путь, поэтому здесь и стояла крепость, взималась плата, то есть можно сказать такое козырное место, на котором можно хорошо было покормиться. Кстати, по Рыгинскому ручью, вот практически дом, где я живу, там такие обрывистые берега. И, как я узнал, там раньше, ну вот примерно как в Киево-Печорской лавре, ну может быть позднее, жили монахи. Говорят, что два монаха, которые также копали пещеры и жили в берегах. То есть вот такое вот удивительное место. И, как говорят исследователи нашего края, станица Каменская, вот как раз мы ее видим, она прямо там, за теми деревьями, за горизонтом. Ну, даже какая-то крыша, но эта крыша еще не станица, она как раз за железной дорогой. Так вот, более древнее поселение, вот самое-самое древнее поселение, как раз и было, где я живу. По Рыгинскому ручью уже там селились древние люди. Рыгинский ручей был большой, полным-полно рыбы. И они вот оттуда выходили сюда, что-то тут на речке поделать, там, может быть, половить или еще что-то сделать. На том берегу за деревьями, левее, если смотреть, так как Донец раньше разливался, и все это заливалось, и сейчас есть так называемое Атаманское озеро. Это озеро, к сожалению, превратили в отстойники. То есть весь город спускает туда отходы, и там они отстаиваются. А вот мой дед вспоминал, что раньше это озеро, естественно, было чисто, и там было очень много рыбы. Они там ходили, ловили эту рыбу, плели специальные такие корзины, которыми просто-напросто накрывали рыбу, а потом уже руками ее там в корзины вылавливали. Он же мне рассказал, что именно вот в этом месте, где вот дерево стоит, и была вышка, то есть здесь яма, огромная была яма раньше, как раз река, видите, интересно, делала поворот, и она здесь вымывала грунт. Получалось, что здесь была большая глубина. И вот с его слов, именно в этом месте водился огромный сом. Этот сом, а там, значит, как раз где впадает глубочка, был мосток. Так вот этот сом умудрился
сбить с мостика там свинью, съесть, а потом даже проглотил мужика. Мужик тут оказался за поясом, у него был топор, и вот якобы он этим топором, когда был проглочен этот мужчина, что-то себе внутри порезал, что потом эта махина всплыла. Правда это или неправда, но я вам вот пересказал, как рассказал мне мой дед, который родился в 904-5 годах. Вот, и естественно тут совсем был другой пейзаж. Так что вот такое вот интересное место, место, можно сказать, силы. Позади меня парк. Я как раз делаю свои прогулки, где-то около часовые.